Итак, на старт, внимание, марш, погнали! Ого! Ксюша встала на лыжи в 2 года и катается уже 3-й сезон. Но, несмотря на это, у нее уже 6 медалей. Одну из них юная спортсменка получила в прошлом году на Кубке губернатора по горным лыжам и сноуборду. Девочка занимается еще. Вот решили по ее стопам пойти. Тебе-то нравится на лыжах кататься? Еще будешь приезжать сюда? Да? Ежегодный день снега празднуется в Солнечной долине с размахом. Это не только соревнования, но и семейные конкурсы и эстафеты. Гостей праздника развлекали куклы Лол и Миньоны. Пока одни дети участвовали в соревнованиях, другие впервые встали на лыжи. Сегодня у нас проходит День снега. Это мероприятие, которое одновременно проходит по всему миру. В России в том числе проходит и у нас. Основная цель – это приобщение детей и вообще взрослых к здоровому образу жизни, чтобы они полюбили горнолыжный спорт и отдых в свежем воздухе. В конце участников наградили грамотами, а всех гостей ждал чай со сладостями. День снега в Солнечной долине проводится ежегодно. Мероприятие бесплатное, и каждый желающий может принять в нем участие. Валентин Ефимов, Николай Зесин, Андрей Молодцов, ОТВ МИАС.